Добрый день, мои дорогие козероги. Я рада вас всех приветствовать на своем канале. Итак, мои дорогие козероги, я хочу сделать для вас прогноз на неделю с 18 по 24 марта. Итак, смотрим, что моим козерогам принесет эта неделя. Работа. Ой, много работы у вас будет, очень много работы. Вы навесили на себя много обязанностей, но вы дотащите это все дело, вы все справитесь, вы большой молодец, все донесете. То есть работы у вас будет очень много, как тяжелая ноша, она, что касается работы, за работу на вас взвешена. Так, по финансам для моих козерогов. По финансам вы будете обдумывать, как вам поступить, как вам сделать. А, в принципе, на этой неделе, что касается финансов, я не вижу такого фонтана эмоций, много, да? Но вы будете как-то все продумывать, что касается денег. Мудрить, взвешивать, решать. Все мудро. А так же самое к деньгам своим вы будете мудро подходить. Здоровье для моих козерогов. У вас есть какое-то заболевание, которое находится в тайне. Оно не проявляет себя, но оно есть. У каждого свое. Ну, что я могу тут подсказать? На этой неделе, вы знаете, мои дорогие козероги, кто-то где-то у вас заболит, да? Пойдите, проверьте этот орган. Мой вам совет. Вот там что-то есть. Вот. Все нужно делать вовремя, на ранних стадиях. Это все дело всегда уходит. Так, личная жизнь для моих козерогов. Ссора у вас будет, конфликт, ссора ни за чего и ни за кого. Вот как-то агрессия, вот это все у вас на этой неделе будет. Социум для моих козерогов. Вы на выборе, с кем вам общаться, с кем не общаться. То есть вы выбираете, да? Так, совет моим козерогам на эту неделю. Будьте в партнерстве, будьте в союзе. У каждого будет свое, вы поймете, что это. Вот и поэтому социум вы выбираете, с кем вам быть, с кем вам не быть. И совет. Будьте в партнерстве, в союзе, в взаимодействии, да, с теми или иными людьми. Чего не стоит делать моим козерогам на этой неделе? Ну, во-первых, вам не стоит, опять-таки, агрессировать. Тут у вас ссора будет в личной жизни, но не надо вам как-то, знаете, спустить это все дело на тормоза и все. Отнеситесь к этому легко. Вам только это будет на пользу. Так, и вам не стоит делать, знаете, вот выставлять свои какие-то границы. Вот, вот так, больше не так, только вот так и все. Вам это делать не надо. Так же самое конкурентная борьба какая-то может быть у кого-то, кто работает, ну, конкуренция же всегда у нас есть. Ну, а то она и конкуренция, что мышка, ты какие-то там уроки для себя брали. И вот вам не стоит вести эту конкурентную борьбу. Ну, до добра она вам не доведет. Так, и смотрим дальше, чем порадует, обрадует моих козерогов это не зря. Ну, смотрите, у вас будет продвижение вперед, мощное, это хорошо. Также сама поездка какая-то будет, спонтанная. Вы едете, к вам кто-то приезжает, это вас радует. У кого есть транспортное средство, что-то связанное с ним, продажа, покупка, обмен, тоже будет хорошо. Ну, так, мои дорогие козероги, в принципе, ну, мне тут все нравится. Только не надо вам вот это с конкурентами связываться, там оставить свою точку зрения и там такое все. Так, и смотрим одна карта из колоды Ленорманс для моих козерогов. Что моим козерогам принесет эта неделя? Финансы. Мои дорогие козероги, прекрасно. У вас по финансам. Вот и поэтому по финансам вы обдумываете, вы поступаете, как вам с ними быть, распланируете, может быть, что-то, да? Ну и деньги. Вы будете вот связаны на этой неделе как-то что-то касается финансов, за финансы, все деньгами будет крутиться у вас. Мудро будете поступать, тщательно будете обдумывать. Но это хорошо, это хорошо. Может быть, у кого-то действительно покупка, продажа машины, и вы будете думать, как быть, что, куда, откуда и как. Продумывать будете все. Ну, это прекрасно, это хорошо. В принципе, эта неделя вот именно для продажи, покупки, вот именно для вас, козерогов, она благоприятная. Тут очень хорошая даже. Итак, мои дорогие козероги, я сделала для вас прогноз на неделю с 18 по 24 марта. Я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. С уважением ко всем к вам. Ваша Аза Тарус. До свидания.